45 лет общего стажа работы, из них 10 под землей. Большую часть своей жизни она отдала тяжелому труду на шахте Шибунина. О таких женщинах, как она, поэт Николай Некрасов написал знаменитое стихотворение. Есть женщины в русских селениях. Боженкова Серафима Васильевна. 2 апреля ей исполнилось 90 лет. Разрешите поздравить вас с вашим юбилеем. Пожелать вам, ну что, крепкого здоровья, самое главное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Подарок. В 1947 году в 16-летнем возрасте Серафима Васильевна вместе с родителями приехала на Сахалин. В 1949 году открылась шахта Шибунина, где и началась ее трудовая деятельность. Молодой девушке дали самую тяжелую работу – отделять лопатой ручную породу от угля. С развитием механизации она работала мотористкой подземных машин. В 1958 году вышел приказ об ограничении женского труда под землей, и Серафима Васильевна выучилась на газомерщика. Сначала работала разной рабочей, ручной, потом транспортера стала, мотористкой стала. На люк послали многезинок, горталы угля много, и породы все-таки. В общем, труд прошел весь тяжелый. За многолетний и добросовестный труд она удостоена звания почетный шахтер, а также получила статус ветерана труда. Служба информации «Невельских новостей».